Ну, может быть, где-то еще на хранении стоят, на базах хранения. А так, я тебе говорю, по проходимости, по аэродрому, даже в снегопад, даже задний мост не подключай, на передке только он там, как этот. Я его называл, ну, тент, да, луноход. Была гражданская версия, тоже он такой, обрубок. Ну, только гражданская версия была, тоже полноприводный. Но плавал тоже, да? Нет. Но тот не плавал. И вот на базе этого еще делали. И трехосные были, и с дизельным двигателем. Вот, но они не пошли вот в серию как бы. А эти много использовали. Это вообще что такое? Рулька на высоте регулируется, что ли? То есть здесь сделано как? То есть при обстреле, при эвакуации раненых, он вообще руль ложился вот так вот, и солдат рядом ползком вот так вот шел и рулил. То есть руль ложился совсем. А тут получается здесь? Тут два ложемента, для два раненых. Значит, вот лебедка. Специально, чтобы раненых возить. Да. Лебедка, может, было так, если где-нибудь... Из-под пуль, как говорится, лебедки, ложемент, а то металлический, его вытаскивали. Ну, лебедка по прямому назначению использовался и так для эвакуации раненых. Ну, это типа запорожец, да? Ну, на базе запорожца, да. Это вот был этот, как он, Волынь, по-моему, гражданская версия полноприводного. А так все, узлы, агрегаты все запорожские. Двигатель запорожский с воздушным охлаждением. Передний привод. Подключаемый задний. И он на переднем приводе, его посадить было тяжело. А вы на таком гоняли? Гонял. У нас в этом полкоте был такой. А ты в каких? В авиации. Тут у тебя эти между ног органы управления? Да. Да. Что это как-то? Ну ничего, удобно. Удобно? Да. Да ты тут раскорячился, как дурак, мне кажется, нет? Ну да, по педали, видишь, приходится там ноги в ширине держать. Ну привыкаешь, нормально. А руль тоже прям запорожец, короче. Ну, я тебе говорю, все на базе запорожца сделано. Вон, Рафик, видел? Это половина Волги, половина москвича. А как он у него капот открыть? Ну вот, тут эти по бокам. Насос у него тут и воду откачивать, если там вот лампочка сигнальная есть. Если вода в моторном отсеке появляется, загорается индикация, и насосом выкачивается вода наружу. А так он плавает, да? Да. А вы плавали на таком? Не, ну не плавал, но так-то он плавает. Ну вот загляни под низ, он там лодка. Ну там лодка, он снизу лодка. Плавает дерьмо. Да, ходит. Ходит. Иди, закрывай. А у меня тут нет его. А, есть. Прикольно. На рыбалку сейчас есть. Ну да.